Ну а сейчас новости Экспо. В четверг один из павильонов международной выставки окрасился в красный и белый цвета. Турция отметила свой национальный день. Гостям Экспо представили песочное шоу и большую музыкальную программу. Зрителям раздали больше 1000 букетов и турецких флажков. Также 10 августа представители малайзийской компании Voltron, производителя складных велосипедов с электроприводом, провели тематическую встречу, на которой подробно рассказали о своих разработках. И сегодня же состоялась церемония открытия дня провинции Цзянси. Китайская угольно-энергетическая строительная корпорация подписала с Казахстаном соглашение о сотрудничестве в торгово-экономических проектах.